Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С каждым годом праздники проходят все грустнее, все скучнее и менее весело. С каждым годом семья более отдаленная, на праздники все больше ссорятся и испытывают меньше радостных чувств. Почему так происходит? Ну, это связано в первую очередь с тем, что люди друг друга на самом деле вот не слышат, то есть так вот, к сожалению, бывает, что люди не слышат друг друга, уходят в себя, вот, какие-то обиды уходят, вот, значит, какие-то вот, какие-то такие контр, контрпродуктивные эмоции уходят. Вот. Понимаете, да? Какая история здесь. И в целом это может быть связано с тем, что люди становятся разными, сами по себе, то есть, у людей какие-то вот свои интересы, собственные со временем, свои приоритеты, собственные, свои собственные приоритеты, вот, и, в общем-то, просто между людьми, к сожалению, становится, все меньше и меньше общего. Это неприятно, это очень часто больно, вот, но это правда, и на мой взгляд, игнорировать это, не самая лучшая история, не самый лучший вообще, момент какой-то, потому что люди меняются, люди не могут оставаться, как-то вот, значит, одинаковыми, да, это невозможно оставаться одинаковыми на протяжении, скажем так, долгого времени, вот. То есть, невозможно оставаться, невозможно не меняться на протяжении длительного количества времени, вот. И люди, вот они, к сожалению, они меняются. И, в общем-то, как бы это ни было грустно порой, но это происходит. Второе, с чем связано, это то, что, во-первых, есть ожидания праздника, то есть ожидания каких-то эмоций имеет место быть, вот, именно ожидания, то есть тут вот, как бы, получается такая вещь,
что человек как бы заменяет, собственно, проживание, ну, каких-то эмоций, заменяет проживание их на ожидания. Вот. И, соответственно, большая часть вот энергии, да, она уходит на ожидание. Вот. В ожидании человек, я бы сказал, слишком сильно все идеализирует. Вот. И, в общем-то, происходит, ну, к сожалению, вот происходит разочарование, если это, ну, вот, знаете как, если это не оправдывается, да? Вот. То есть, вот, что-то не обрадывается, да, что, ну, что-то не получается оправдать, условно говоря, у человека что-то не получается оправдать, и вот, соответственно, как бы разочарование, оно вот в данном случае заменяет, по сути дела, ну вот, все в этом смысле. То есть, разочарование просто, ну, способно, на самом деле, уничтожить, там, грубо говоря, любую радость. Вот. Вот. Чего бы то ни было вообще. В принципе. От чего бы то ни было, от какого бы то ни было, там, удовольствия, от какого бы то ни было, наслаждения, какого бы то ни было опыта, вот, то есть разочарование способно это все уничтожить, вот. А возникает разочарование, когда человек именно переходит вот в ожидание. И следующий важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это, конечно же, способность удивляться. То есть, человек с возрастом, человек со временем, к сожалению, очень сильно теряет способность удивляться, вот, теряет возможность непосредственно воспринимать какие-то мелочи, которые, ну, могут в его жизни происходить, вот, ну, в какой-то степени получается обесценивая то, что значит, он испытывал. Вот. Обесценивать очень легко. Удивляться, на самом деле, сложнее, если эту, вот, если эту возможность мы, условно говоря, теряем, вот, если мы ее как-то утрачиваем, то её довольно сложно вновь как-то приобрести, потому что святое место пусто не бывает, вот, к
ребенка, к сожалению. И, соответственно, на месте удивления, то есть на месте каких-то эмоций, вот, на месте чувств, да, вот, появляется другое, то есть появляется разум, вот, появляется вот, ну, определенные мысли, так скажем, определенные мысли появляются. И, конечно, эти мысли, они не несут ничего хорошего для человека. Вот, поэтому, ну, то бы я мог здесь сказать, да, наверное, ну вот. А в первую очередь я бы, наверное, сказал, что, ну, желательно как-то отстраняться, наверное, от тех людей, которые вот вас, ну, по той или иной причине не поддерживают, да, вот, то есть, ну, разговаривать с ними, говорить с ними, обсуждать с ними, конечно же, какие-то вещи, вот, но быть вот в этом смысле готовым или готовой к тому, что человек захочет, ну, захочет остаться в своем мире. Вот. То есть, как бы, тут вот может быть такая история именно про то, что все останется как есть, даже если вы, ну, даже если вы поговорите. Вот, и, собственно, искать, ну, как-то людей, которые более разделяют ваши взгляды, да, вашу позицию, ваши ценности, вот. Которые могут и хотят вас, значит, ну, вас как-то вот, ну, поддерживать, скажем так. Вот. А в противном случае вы так и будете просто уходить вот в эту фрустрацию, вот, вы так и будете уходить в эту печаль, вот, какую-то, и, ну, в принципе, как бы все, да, то есть ситуация, ну, не изменится от слова никак, от слова совсем. Вот. И, с другой стороны, желательно учиться, конечно, удивляться заново, если вы эту возможность потеряли. Вот, да, это может быть не так просто, вот. Самостоятельно, может быть, вы с этим не справитесь, но для этого есть психологи, которые, в принципе, могут вам в этом помочь, да, и помочь вам научиться вновь. То есть, ну, вспомнить, каково это удивляться. Вот. Вот, наверное, какой-то такой ответ. Ну, если как-то более
ну не знаю, более глобально брать, то мы меняемся, люди меняются, вы меняетесь, время меняется, вот, и на мой взгляд, как бы нельзя заходить в одну реку дважды. Вот. Ну, то есть это невозможно. Вот. Когда вы, например, пытаетесь, допустим, вот когда вы пытаетесь снова испытать, вот, ну, грубо говоря, вот эти эмоции, которые вы испытывали когда-то, ну, когда-то раньше, да, вы пытаетесь, вот, ну, к сожалению, вы пытаетесь войти как раз вот в одну и ту же реку, дважды. Вот, и, ну, само собой, что у вас ничего не получается, нужно принять, как мне кажется. Ваши собственные изменения, которые произошли с вами, вот, изменения ваших приоритетов, ваших взглядов, вот, изменения того, что откликается вам теперь, изменения того, что не откликается вам теперь. То есть это все разные вещи. Это все важные вещи. Это очень важно понимать. Вот. И вот, значит, в этом, в этом аспекте как раз, в этих аспектах, я бы сказал, что кроется ключик к решению ваших, ну, проблем, скажем так. Вот. Ну, а что вам делать, да, то есть, ну, грубо говоря, будете ли вы, допустим, продолжать как-то вот биться, да, об стену и пытаться поймать вот эту вот ну, какую-то ностальгическую кнопку, да, или все-таки пойдете дальше, это уже, наверное, решать вам. Вот, я думаю, что психолог может только помочь вам с тем, с чем вы сами захотите, чтобы мы помогли. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам, значит, был вам полезен и интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду вам благодарен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему
ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.